Ребята, доброе утро! Наше путешествие продолжается. Конечно, с таким видом хочется кушать. Матушка. Может, отсюда? Это остров? Выражаю благодарность следующему сотруднику ДПС. Буквально через пару километров остановки. Как удобно, гардероб у меня вот повесил. А так я вот сюда кладу и туда его заворачиваю. Через полчаса у меня прямой эфир с Михаилом Дашкиевым. Это просто невероятно. И я задумался, а что если выключат интернет? А что если выключат свет? Поэтому аккумулятор, преобразователь, удлинитель, мой усилитель LTE. Зафиксировал свое лицо для истории. Вот так проходил наш зум с Михаилом. Это просто была невероятная встреча. Конечно, после разбора Дашкиева заниматься вот этим, это просто... Уже не знаешь, за что хвататься, и там все. Я понимаю, что моей жизнью управляют мои паттерны. Как бы это ни звучало банально, теперь для меня это слово тег-активатор. Каждый раз, когда я буду слышать паттерн, я буду вспоминать про свой. Фу, это очень серьезная тема, прикиньте. Вот до определенного уровня этот паттерн мне помог вот так вот локтями все расталкивать и добиваться. А дальше на уровень, вот эта штука меня не пускает, прикиньте, мне уже бороться не с кем, мне нужно отпустить ситуацию. Ну, в общем, не буду вам рассказывать это, я могу ошибаться, у меня есть четкий план, что делать. Хо, 22:34, САП, сами баллоны, наверху дизель, в том числе, здесь еще бензин, холодильник, инструменты, там сзади автономка, запасные части, инструменты, это уже кухня, которая едет на катамаран. Внутри здесь у нас какие-то консервы и так далее, особо не разбирал, все там хорошо. Лопатка, наполненный бак для автономки, ну, мне хватит точно на 3 дня. Доброе утро, смотрю, у Вани свет горит, красавчик, он уже встал. И Бастюня уже встал. Бастюня, да ты молодец какой, а! Вот это ночка, вот это вечер, вот это утро. Но оно настало, ребята. Ой, не буду даже рассказывать, это надо прочувствовать. Вот такой у меня с собой рюкзак, непромокаемый. Тут все вещи, просто вещи. Уже столько этих... Пред путешествий. В общем, все, я собрал, все упаковал, солнечные панели успешно забыл. Не влезли у меня контейнеры, к Ване положим. Велик беру с собой, там будем кататься по степи и все такое. Сейчас разбираю, закладываю солнечные панели и уже можно будет потихоньку выезжать. Обустроюсь внутри более-менее. Вот коврик помыл. Ну какой-то он, его уже менять надо, похоже. 2 аккумулятора кладу сюда, потому что буханочку явно слегонца так наклонило. 2 аккумулятора, плюс я, плюс основной бак. Все это тяжелое, все на ту сторону. Поэтому вот эта штука будет компенсировать. Ну, вот между ними положил, чтобы они не бились. На всякий случай преобразователь сразу здесь, переносочка, если мне понадобится. Я чистый, ну вас нафиг. Потом, когда будем гулять первый раз, посмотрим, будет грязно или нет, и подстелим. О, нифига, Ваня уже приехал, вау! В прошлом году велосипед на месте, камера показывает, мой проектор на стекло. Вот только попробуйте мне задать вопрос, что за проектор и так далее. Ищите, ребята, на Озоне. Проектор на лобовое стекло. Вот так и называется. И все. Яндекс, проложи маршрут в Астрахань. В путь. Яма 3 километра. Постоянно, блин, просто я такие ощущения испытывал. Вы посмотрите просто на буханку, она великолепна вообще. Ребята, вот это жизнь, я понимаю, я вообще счастлив. И спасибо Ване, что он со мной решился на эту авантюру. Это вообще офигенно.
Ничего себе. Ничего себе, Вань. Я, наверное, у тебя тут буду жить, да, блин. Там еще второй холодильник. Там унитаз у него, все дела вообще. У нас с Ваней перекус. У Бостика тоже. Пожалуйста, пожалуйста. А, она горячая. Сейчас остынет, Бостик. Ну давай, приятного. Топил, а он поздно по рации сказал. Я уже далеко уехал. Короче, что-то у него там накрылось, он встал там в карман. Мне пришлось сейчас делать крюк 38 км, 4 раза оплатить проезд. На крайняк зацеплю, тут до двери осталось 5 сек до моих земель. Там и речка, кстати, есть, если что. Но нет, я верю в успех. Все починим, все сделаем и будем двигаться дальше. У нас полно времени, мы уже отдыхаем. Выполняю маневр спасения. Шикарное место выбрал Ваня для стоянки. Уважаю. Прекрасно. Что тут у нас? О, все как ты любишь. Так, что было? Провернул ремень, попало кусок резинки, срезало почему-то. Срезало кусок резины с ремня. И ты уже все сделал и метки выставил? Провернул ремень. Почему произошло, пока непонятно. Надеюсь, что клапана не загнула. Если загнула клапана, то мы приехали. Я в шоке с этого человека просто. Все необычно. Тут шлем безумного подводника, тут муха с носиком, пчеломатрица. В общем, он знает свою машину очень хорошо. До Твери у нас 128 километров. Мы излечился. Но это вопрос времени, когда ремень порвется. Надеюсь, на 128 км нам хватит. Так, перекладываю сыр, ромен, еще напитки к Ване. Но он все отключил, чтобы не напрягать сейчас генератор. Ставлю аккумулятор. Это Земекиса. Назад. В будущее. Едем в Тверь за ремнем. Выдача Евроавто, так, магазин Audi. Короче, Антон, спасибо большое за супер консультацию, за то, что нашел нам нужный ремень, еще и проконсультировал по буханке. Мы выехали из Твери, Ваня уже меняет ремень. 150-то мы проехали, мы и сейчас проехали 20. 170 где-то километров в час проехали. В общем, 170 километров в час отъехал. Вот так теперь это выглядит у меня. О, я даже угадал. Вот что значит совместная слаженная работа. Я уже устал так нехило. Мне нужно кофе и шоколадку, чтобы хоть какая-то энергия была проехать Москву. И генератор надо брать, я так считаю. Мы тут проезжали завод «Лада», я говорю: «Вань, давай я тебе куплю «Ладу Гранту», блин». А он говорит: и куда ты ее мне положишь? Под, сказал, под, что мы в нее положим? Под диван, что ли, мне? Чтоб помягче Ване спалось, подложим под него «Ладу Гранту». Убери свои грязные лапы. Вот я сейчас буду проверять ремень. То Ваня говорит, все нормально и так, а я переживаю. Вот у меня есть специальный парадный перчи. Я знаю, что делать. Ремень на месте. Вот так полностью не выворачивается, но градусов 45 дает. 90 нет. Да, я сейчас потрогаю. Давай. Залезай. Сейчас я тебе сейчас помогу. У меня конструкция прямо на Лукойле. Мы в районе Тамбова. 200 км не доезжая до Тамбова. Сделали мы сегодня 1000 км. Это рекорд. Примус греет. Там у меня помпа. Здесь холодная вода. Я внутри. Тут у меня уже почти
Ага. Под ногами у меня коврик, удачно я его взял. Мыло. Все, я поехал. Ой, офигенно. Чистый, мне все нравится, класс. Вот с таким вот я видом. И в таком виде у меня тапочки. Пришел охранник, выгнал нас, типа, там техзона. А я уже успел помыться. Все, ложусь спать. Время 2:19. Доброе утро. 6 утра. Где я вообще? Это очень круто, то, что я помылся и одел чистое. Это просто вот эти вот потягушки там и все дела, это... Что-то мне не хочется выходить. Там прохладно, ну, явно так. Вот так я выгляжу, когда вылезаю из своей берлоги. Бостик быстрее уже побежал куда-то. Батончик. Завтрак приехал. Мы уже покушали, погуляли с Бостиком, все дела поделали. Заправляемся по полной программе и стартуем далее. Посчитали сейчас по расходу. Вот за вчерашний день проехали 1000 км. У Вани на это ушло где-то 80 литров дизеля на его Т4. У меня ушло, я 3 раза заправлялся по 60 литров, оба бака. 180 и 20 литров осталось, то есть 160. Он потратил 80 литров, а я 160, в 2 раза больше. Прекрасные дороги Тамбовской области. Да что ж это такое, ребята, нафиг. Это до Тамбова везда тоже. Сколько можно я сюда езжу? Раза 4 я уже был здесь на протяжении 15 лет. И ничего не изменилось, блин. Территорию можно, кстати, доехать. Дорога туда и ведет. Плодородный край, у меня глаз радуется, все поля засеяны вообще, крутяк. Ваня привез меня в водоем. Вот мы видим воду, прекрасную. Вот выжженная земля была, трава, я видите на карте как водоем. Класс. Это местечко. Ху-ху. Давай, давай, там мягко. Молодец. Беги, купаться. Ложечка с Байкала. Вау. Да, такой, уберите машину. Я говорю, я тут в душ вообще-то пришел. Вот так у нас по походному все. Мы кайфуем. 400 км нам осталось до Волгограда. За вас, ребята. Холодненькая просто пушка. Я офигеваю от солнца. Просто это для меня шок после жизни в Питере. С Бостика снял уже 5 этих клещей. Офигеть, валим отсюда. Валим, валим нафиг этих клещей, блин. Но место зачет вообще. Офигенное, красивое. Вот тут горело что-то. Такой угол. Передаю большой привет инспектору ГИБДД ДПС, который меня остановил и не стал наказывать. Спасибо вам большое. Реально, дорога сложная. Еду, эти фуры. В общем, обгон не по правилам совершил. И спасибо вам, что отпустили меня. Буду теперь... Я, короче, я не буду теперь гнать.
А то бывает такой, блин, быстрее эту фуру обогнать. Все, нормально, мы вышли, сейчас едем. Вот, 90 мне вполне устраивает. Выражаю благодарность следующему сотруднику ДПС. Буквально через пару километров остановка. Сзади велосипед закрывает номерной знак. Путевого листа нету. Машина в лизинге на организацию оформлена и так далее. Короче, штраф там 5, там 5. Поговорили. Все, критику воспринимаете нормально. Предупреждаю вас. В следующий раз будет наказание. И отпустил. Спасибо вам большое. Это действительно по-человечески. Ну, реально, ехать столько времени, я уже еду. Я тоже объяснил, что говорю, я уже столько стран проехал. И Казахстан, там, и Абхазия, и все дела уже столько накатал. Вот. И не было такого. Вот. Короче, все мы люди, все нормально. Будьте на позитиве, и все будет окей. Вот. И так. Ну, а если по закону, если бы наказали, ну, я не против. Все, все правильно. В законе написано, значит так. На 120 у буханки вообще все звуки исчезают. Искренне, реально нравится. И когда ребята пишут там, ну короче, там в основном все же обсирают, да, буханку. И, типа, выпустили говно. Блин, я так вообще не смею говорить и не могу так сказать, потому что я в восторге за эту цену, блин. Такой мощнейший агрегат, просто капец, блин. Чуть-чуть доработать, это реально кайф. Ребята, мы в Волгограде. Стой, Бостон, ко мне! И вон доказательства. Вот такие мы с Ваней, уже полуживые. У меня вообще уже плывет все. Планшеты самые вырубаются, рация глючит. Все, в общем, все, стоп, мы это сделали. К ночи все рассосутся, время у нас 8:30 только. Но единственный момент, это душ. Первым делом Бостику еды. Давай, Бастин. Я позвонил в Мармелад, спросил, есть ли отель, есть ли душ. Говорят, нету. Говорю, а спорткомплекс, Ваня? Говорит, а спорткомплекс есть? Говорит, есть. На минус втором этаже Алекс Фитнес. И мы идем туда, скажем, мы сейчас позанимаемся. Не будем говорить, что мы в душ, а то скажут, вы что, еще не пустят. А так вон заплатим, сейчас пойдем помоемся и вернемся. Мы в Алекс Фитнес. У ребят есть бассейн, финская парная, душ. Поэтому мы сейчас всю эту дорожную пыль с себя. И, кстати, сколько, Вань, стоит посещение первое? 500. 500 рублей. Берем. Ни слова больше. Короче, мы с Ваньком в семейниках идем. Все, все. Я и полотенце забыл даже, и шорты. Все, я на месте, Ваня там еще трусы постирал или что-то постирал, понес в это. Я в парилку захожу. Вот так прям. Парилку просто вообще не сесть, не встать. Это было шикарно. Спасибо. Ну вот и все. Вот так и делаются дела. Сколько у нас на это ушло? 5 секунд. 2 минуты показывают. Вот так. Ваня уже с девочками знакомится, но это для архива. Привет. Еще раз передают вам привет, да, моим привет, подписчикам. Дорогие друзья. Вот. И сейчас мы будем клеить бронепленку на айфошу. Нет, не бронепленку, а закаленное стекло. Окей. У нас перестановка. Давай делать стол и стулья. Телефон, наконец-то, или нет? У нас сейчас будет здесь стол. Обустройство нашего лагеря продолжается. Уже какие-то вот постирушки начались. Трусы вот постирал, а это просто промокло. Что снимать, как наливаешь воду? Говорю, через 20 лет это на вес золота эти кадры. Прямо. С
Смотри, какой ты был в 2024. Надо делать дешевле. Вот это надо делать дешевле. Ваня, все серьезно. Если чайник, то это чайник. Бостик, отдыхаешь, Бастюня, молодец, устал сегодня. Поуютней. Понимаю, что еще нужно прочитать ваши комменты и в ютубчике, и в телеграм-канал. Поэтому вот ссылочка на телегу, в которой постоянно, каждый день у нас там, вот пока я еду, все туда выгружаю. И это просто замечательно, что есть такая возможность мне поделиться с вами, а вам помочь мне, потому что то, что вы сделали там с ремнем тем же самым, ну это дорогого стоит, согласитесь. Короче, ваша поддержка — это просто пушка. Спасибо вам большое за это. Здесь у меня пристегнуто. Ну, Бостик, он такой, он уничтожитель, если кто-то подходит рядом. Он сегодня на ДПСников рычал, и это тоже смягчило их сердце. Это был великолепнейший день. 23:27. Я ложусь, и это просто шикарно. Обожаю бухать. Доброе утро. И в жизни сосед, и в путешествии он тоже мой сосед оказался. Случайно. Случайно. Ой, вообще, буханка нереальная. Я так кайфанул. Так удобно спать просто вообще. А когда солнечно, так офигенно просыпаться. Волгоградский завтрак начинается. Вот я говорю, Ванька, и фанерочка. Все у него там тыры-пыры. Бостик уже завтракает. Вот, Лена для Вани вот такие прелести делает, сюрпризы. Пьем чай. Время 8 утра. Окончен наш завтрак. Спасибо Ване за него. Абсолютный бардак. Сушатся трусы. У Бостика собственная лужайка. Ну что ж, великолепная возможность посетить музей-мемориал Мамаев курган. В 13 лет я был там, ходили, все смотрели. Это шикарный шанс. Ваня вообще не был. Я потом еще в 2016 приезжал. Ну так, просто мы смотрели. Идем. Оставляю Бостика так. То окно будет открыто. Мы встали в теньке. Неплохо так. Ну, условный тенек, потому что тут деревья. Это окно я закрываю. Все, Бастюнь, пока. Ты молодец. Охраняй. За ситуацией я буду следить через камеру. Вот изображение с нее. Бостика оставляю, чтобы пойти найти экскурсовода, договориться и так далее. Ну вот было время, все же я его сводил, пофоткались. После вот ожесточенных боев таких, от него уже мало что осталось, от той высоты 102, было все в осколках, осколков было даже больше. Дальше слова мои уже неуместны, просто хочу сказать, что я был поражен теми подвигами, которые совершали советские солдаты на войне.
Как зовут ее? Нина Думбадзе. Спасибо. И сама жена Евгения Вучетича, Вера Вучетич, он с ней брал уже портретные черты, но можно увидеть тоже сходство. Это вот она сидит. Здесь такая семейная фотография. Вот такая просто фотография с процесса строительства, пока она еще в лесах стоит. Высота скульптуры 85 метров с мечом, без меча 52 метра. То есть длина меча 33 метра. Я впечатлен, ребята. Не то, что постройками там и так далее, а самой историей, рассказом нашего экскурсовода, теми подвигами, которые совершали наши предки, это просто невероятно. Это никакие тренинги там в подметке не годятся тому, что делали ребята, какая у них была фокусировка на задачах, на целях. Вот, есть чему поучиться. Конечно. Вырвались из Волгограда. Классный город, интересный, разнообразный. Но нам нужно дальше. Удобно гардероб у меня вот повесил, а так я вот сюда кладу и туда его заворачиваю. Но нужно купить такой тремпель, знаете, вешать, потому что гардероб — это круто. Мой постоянный герой рубрики — дождевик. Вот такая рабочая, это на выход уже. Мне нужно вот сейчас чистенькую мою повесить. Уровень уже небольшой, а шланг длинный, она вылезает наверх, поэтому закидываю вот так, чтобы он всегда был внизу. Вау! Ты чё? Вообще, что ли? Блин, у Ванька тут, конечно, вообще места дофига. Я ему вот говорю, делай ты, блин, чтобы он был вообще огонь. А он говорит, я сделаю. Обед закончен. Ну так, перекусили. Двигаем далее. Дорога была очень интересной. Мы с Ваней прикалывались по рации. И у него позывной был «Космический кокон». Вот мы его нашли на карте. Дорогие друзья, мы в Астрахани наконец-то. 3 дня, включая сегодняшнее мероприятие в Мамаев курган, и это буханка, это возможно просто, я в диком восторге. Буханочка открылась с новой стороны, сейчас 40 тысяч пробег на ней, я сделал уже около 8, а может 10 ТО за это время, регулярно все мы меняли, смазывали, ла-ла-ла. И перед этой отъездкой не исключение, поменяли все масла в круг.
проверили ступичные подшипники, ну и так далее. В прошлом видео вы могли это видеть. И получается, что машина обкатана достаточно. Я теперь в ней уверен. Мы проехали за первый день 1000 километров, за второй 900, за третий 450, что-то такое. Вот так. Поэтому в июле я собираюсь на Алтай. Все. И на этом точка. Так, похоже, нас ждут. Замечательно. Нифига тут машина какая. Класс. Так, опа. Опа. Багажом, да? Привет. Привет. О май гад. Вот что это себе? уровень. Вот это встреча, я понимаю. Смотри, мы тебе все приготовили. Вот это беседка. Вот это вы вообще. Все, мы на месте, все вместе, все нашлись. Здесь просто летняя кухня, типа. Первым делом в душ. Но я уже из него. Классный душ у ребят. Все, возвращаюсь к ним. Левыч крутой чувак. А ему сразу буханку внутрь, наверх. Все хочет знать. Заходим в сокровенность. Сакраменто. О, Сакраменто. Здравствуйте, Сакраменто. Здравствуйте. Это электричество. И это не совсем... А, и это полностью, это ж Leaf. Nissan Leaf, а у него Infiniti написано. Ну, один завод, там. Вот куда 150 кВт входит. Вау. Так, ладно, смотрите. 106. Китаец, электричка. Да, обзор. Вот так он выглядит. Автообзорщик. Угу. Вместо обычного запуска движка мы слышим просто щелчки автоматов. Электрический автомат. Просто открой капот и покажи мне, что там. Да ничего там нет. Покажи. Вы что, прикалываетесь? Где все? Купил такую штуку. На природу поехали. И можно машину там что-нибудь заряжать. Там микроволновку поставить. О, холодильник, класс. Телевизор. Класс. Тебе не нужны аккумуляторы, как у меня. Ты на нем, ты ездишь на аккумуляторе. Да. Огонь. Приехал на рыбалку, поставил. И что иметь это? Подзаряжаешь? Не верю. Багажник надо проверить. Нажимай на кнопку. Где все? Вот кнопка. Сексуальная кнопочка. Да, багажник настоящий. Не, ну на питерских номерах ездить по Астрахани, это, конечно, наш выход вообще из ситуации. Окей, давайте теперь Nissan Leaf. Леха молодец, загнался по альтернативной энергии. О, смотри, какой свеженький. Вау. Все думают, что у Nissan Leaf дерьмовый маленький багажник. Так и есть. Блин, он реально дерьмовый и маленький, окей. Но я шучу, конечно, туда дофига влезет. Мой чемодан точно влезет. Молодец. Бостик сегодня спит здесь. Хочешь вентилятор включенный? Не надо, все хорошо. Ну, та пристроечка. Все, Бастюнь, отличное место. Кайфуй. По жизни. Так, пацаны, как обычно, делают вид, что они супер заняты. Один акции продает, другой покупает. Платон, да, Валёва, за стол. Платон. Шашлык, шашлык. Возьми какую-нибудь ноту. Тихо. Нет. Новая встреча, лучшие средства от одиночества. А говорит, мы из винодельного региона, я говорю, из Краснодарского края. Они говорят, да нет, нет. И опять уходит ответ. Ну, мы сидим опять. Понеслась. Помни, не забывай. И здесь можете хоть вот здесь остановиться, хоть здесь, хоть здесь. Хоть и здесь вообще затишки. Вот здесь вот. Бостик отказался спать там. Лег под буханкой, замерз. У него лапа была сломана. Посмотрите тот видос, когда я его взял. Ему нельзя переохлаждаться. Он вообще, это домашний пес теперь.
Поэтому Бастюня решил спать в буханочке. Спи тут. Я пошел, Бостик, пока. И, короче, 4 утра. Я иду к нему. Буханка просто... Утро, великолепнейший день. Буханочка, зашибись. Солнышко. Мы с Бостиком уже гуляем. В итоге мы пошли спать в буханочку. Потому что Бастюня вообще перенервничал. Бегал туда-сюда. Доброе утро. Можно к вам? Спасибо. Проходите. Можете не отвечать. Мой хороший. Я все равно иду. Конечно, бухай до 4-5 утра. Леха говорит, переставь буханку, чтобы он выехал. Дает мне пульт от ворот. Я говорю, о, Лех, мне вот такой нужен пульт. Он такой, дам. Я говорю, мне 2 надо. И он в эту же секунду такой протягивает руку, говорит, вот, держи. Ура! У нас есть пульты от наших ворот. Теперь. Это как раз воротами, металлоконструкциями всякими. Ну, вот эти вот все вещи. Заборы. Короче, все, что касается металла, он сделает. А муха тоже вертолет. Но без коробки передач. А по стене ползет пельмень. Все коленки в огурцах. Левыч нарисовал мне буханочку. О, замечательный вообще рисунок. И полотно подходящее. Блин, дом, конечно, класс у него. И вот так вот мы переходим дорогу. Это собака сутулая. Ага. Вот здесь, если мы спустимся. И пойдем. Ну все, разведку провели. Зашибись, мне нравится. Сейчас я вам покажу, как цветут уже деревья в Астрахани. Сегодня 14 апреля. В Питере еще снег. Телеку наконец-то показывают что-то путевое, а мы берем рыбу, безалкогольное пиво. Приходит ко мне с английским, говорит, помоги с английским. Mike didn't do it. Так, а что это передоз великов на квадратный метр? Все? Мы собрались на великах на пляж. Вот Леха сейчас нам покажет свой пляж. Вообще балдеж. Где Сириус? Где Сириус? Да, Сириус бежит вон. Так, я встретил абсолютно незнакомого мужчину на трассе. Он совершает маневр обгона. Шансы есть. Может, отсюда. Это остров. Его можно обойти. Да? И прийти. Но машин уже не будет. Угу. Ну, нормально. Разобрались с местом. Я несу вещи. Сейчас загрузим в стирку с Ваньком. И поедем в Рестик. Пока приедем, уже постирается. Может, даже высохнет. Сушилки нет у Ани. Я уже сказал Лехе, говорю, купи сушилку жене. В следующем году приедем, уже за 15 минут все будем сушить. И поставлю на зарядку велик. Чтоб полный был на завтра гонять. Ну что ж, Бостик остается тут. Бастюнь, стой. Оставайся тут. Иди туда к буханочке. А мы поехали в Рестик. Похоже, сейчас будет дождь. Ой, вот так устали. Сегодня весь день чумной. Вот. Опять вчера поздно легли. И рано встали сегодня. Так, мы едем с Аней. Вообще круто, чуваки загнались по экологии. Фидит. Давай.
земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозы. Солистка Астраханской филармонии. Привет, скажи. Привет. Сладкусная рыба и черная икра. В общем, я удивлен, насколько вообще бешеный Nissan Leaf. Он просто ускоряется в точку. А Леха на своем китайце, это просто вообще невероятное что-то. Он просто пью, вот так. Песню грустную запою, своей любви расскажу. Пути ее провожу. Пусть летит, как птица на юг. Пусть тебя найдет милый друг. Принесет на крыльях домой. Пусть всегда со мной ангел мой. Это удачно, мы вообще приехали. Куда мы приехали, Вань? Цех. Цех Лёхин. Смотреть, что он тут понаделал. Два лазера. Один для нарезки здесь, другая там. Трубу еще режет тут. И гуглит. Да. Да. Тут упаковочный цех. Девчонки работают. Да ладно, блогеры, пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, здесь совсем другая обстановка. Да, тут классно. Конечно, круто. Леха такой молодец. Я был в этом здании, когда он его купил. Это полностью его здание. Вот, два этажа и в длину, ну сколько там. Невероятно крутой предприниматель. Я вообще горжусь то, что мы с ним дружим, что мы когда-то познакомились и вот началась наша эта история. В общем, потрясающе. Я вдохновлен, я горжусь и, в общем, все, что от меня требуется, Лехе без вопросов. Кстати, он вчера так круто разобрал Ванька, Ваню, который вообще никого к себе не подпускает. Он выслушал Леху и такой, блин, типа, да. И я попросил Лешу провести аудит у себя в компании. Это тоже вот Миша Дашкиев мне порекомендовал, чтобы крутые предприниматели, мои друзья, у которых оборот выше и кто больше зарабатывает. Мы примерно одинаково с Лешей зарабатываем денег, но вы сами видели, какие у него активы на руках. Вот, поэтому я прошу его провести аудит в моем отделе продаж, вообще в бизнесе. И офигенно, он согласился. Чё-то мы плывем. Может, катамаран надо надувать? Это Астрахань. Так, он... У нас же Астраханская Венеция. Блин, не снял, как китаец поднялся такой. Леха приподнял его и поплыл. Ну, обычно сколько выходит? Вообще у нас от 200. Обычно 200. Держитесь, мужики. Чуть-чуть рубашь. Я вам что-то могу забрать? Это да.
Счетчик котлетки я не мог не взять. Уже много еды, поэтому попросил, много чтобы... Много котлет. Да. Заберем с собой домой. Ну, это тоже сейчас попробую в любом случае. Смотрится, конечно, тоже прикольно, но мне кажется, ваш аппарат покруче будет. Ну, в любом случае, вас вспомнили. Давайте, до встречи. Всем привет большое. На связи. Прикольно. Что там тебе? Вот это затемни. Угу. Прикинь. А теперь открой. Ты что, играешь что со мной? Ха, прикольно. Ну улыбнись хоть, мэн. Тра? Сколько заплатили за 250 грамм? 11 500. Хорошая, короче, никаких тема. Никаких удвижений. Сейчас в рестике были за 100 грамм была цена 12 500. Поэтому это норм. Так, у нас сегодня культурный вечер. А посвященный шахматам. Посмотрите, какая что, прелесть. Не. А почему? А зачем тогда стопки мы достали? Эти все? Не знаю. Не знаю. И один белый. Коварный тип, ему наполовину. Сегодня мы купили черную икру. Икра осетра. Один, вот и Марс. Куда? Вот сюда. А это щучья, а это балык из сама. Сейчас будем пробовать. Потом ты это сюда можешь отбить. Давай я нальем. Ну, дышу подожди. Так, вот так надо есть икру. Нет, черную. Обязательно, чтобы была черная. Черлить. Интересный план. Мы опять собираемся спать в машинах, потому что завтра рано утром, там в 4 или в 5, мы хотим поехать на Баскунчак, на вот эту гору, на соленое озеро и так далее. И завтра день рождения у Вани. Поэтому, чтобы ребят там не будить, не греметь, мы, короче, встаем и валим. Вот, я включил автономку. Больше не для того, чтобы нагреть, а для того, чтобы высушить. Там стоит сейчас климат-контроль на 19 градусов. И я приду, уже будет сухо и тепло. Все, буду лежать, почитаю, чтобы нормально уснуть. Офигенно тут у меня место. Объели сегодня просто в этом рестике. Сейчас еще эта икра черная. Вообще. Поздновато Ваня поделился этими фотографиями. Ну, оставлю здесь на память. Вот так это было. Это кайф. Мы идем просто.